Различные встречи с представителями бизнес-сообщества, депутатского корпуса и, прежде всего, с рядовыми жителями составляют большую часть рабочего графика главы Ленинского округа. Такое общение за круглым столом позволяет и оперативно решать вопросы, с которыми обращаются люди, и постоянно мониторить обстановку на территории муниципалитета. У нас два раза за эти, 8 дней, насколько включали отопление, были проблемы, и отключалось отопление, горячая вода через котельную. Ранее, до ввода, до заезда жителей Миннеполис Дивный, у нас не было этих проблем. Да, этот участок нужно посмотреть, потому что коллеги из Мособлэнерго там, и так далее, всех вот этих организаций, они должны четко понимать, где у них тонко и где рвется. Поэтому давайте тогда анализ проведем по вот этой локации, чтобы они точно так же нам доложили, как по другим местам, и что они планируют делать. Жительница микрорайона Зеленой аллеи Анна Емельяненко к разговору со Станиславом Каторовым подготовилась обстоятельно. Для наглядности даже приготовила презентацию. Обговорили несколько вопросов от благоустройства территории до уборки снега. По каждому из них Анна получила исчерпывающую информацию. В отдельных случаях профильным заместителям главы были даны поручения курировать исполнение пожеланий жителей. Беседа прошла конструктивно, были ответы на мои вопросы. А сейчас важнее не просто получить ответ, а получить выполнение конечной цели. С куда более масштабным запросом пришли жители ЖК «Южная Битца». В настоящий момент из жилого комплекса есть только один выезд на Варшавское шоссе. В час пик там образуются большие пробки. Решать вопрос намечено через областное министерство транспорта. Здесь мы просим вашего содействия, помощи. Сейчас в чем? Это содействие по организации съезда Сиферопольского шоссе, ЖК «Южная Битца». К сожалению, как мы уже выяснили в последующем, данный съезд, он нигде никем не предусматривался. Давайте за моей подписью обращаемся на завтра. Там надо будет подборку документов. Мы сделали зайти в Министерство транспорта на Гержику, либо на Трескову, все-таки рассмотреть вопрос примыкания данного микрорайона. Именно так. Делаем все так, как важно делать. Для иллюстрации посетители приготовили карты. Пользуясь ими, они озвучили еще несколько просьб об установке камер видеонаблюдения на отдельных участках, об устройстве пешеходных дорожек и парковок, открытии на территории ЖК офиса многофункционального центра «Мои документы». Контролировать выполнение пожеланий решено совместно. Конечно, видим и изменения, где-то что-то меняется, где-то что-то улучшается. Администрация нас слышит. Мы договорились повторную встречу, контроль всех вопросов, которые мы, скажем так, озвучили сейчас. Задать свои вопросы лично главе округа Станиславу Каторову несложно. Записаться на прием можно на сайте администрации муниципалитета. Максим Козлов, Алексей Астафуров, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.